Здравствуйте, мои дорогие зрители, это фристайл футбол в Японии. Мастерский контроль мяча в любом положении. Выходит Ущи, так его и зовут, Ущи. Виртуозное владение мячом и своим телом. Он успешно комбинирует контроль мяча как ногами, так и верхней частью туловища, еще и головой. Через бедро перекатывает мяч. Если он коснется земли, то, конечно же, комбинация трюков не засчитывается. Ой, какой король, а! В Японии вовремя поняли, что для футбола не обязательно забивать мячи в ворота. Что покажут оппонентущи. Его зовут Такура. Очень красиво, но ошибается. Да, конечно, после такого впечатляющего сета от Ущи его оппонента, Такури хочется затмить его. О, и смотрите, что он вытворяет, какие танцы. Все равно падает в конце. Такура, одна из самых влиятельных фигур фристайл-футбола. Нифига себе. Такура имеет титул чемпиона мира по фристайл-футболу. Мы видим, что не зря. Но первый раунд, видимо, все-таки за Ущи. Он снова блистает дыркой в штанах перед судьями. Ух ты! Квадратная голова все-таки имеет свои преимущества. Задорный парень, очень задорный. Оператор там возится в надеждах, что Ущи заметит его. Он даже прокручивает мяч. Это в Японии мало места, что ли? Они так в футбол играют. Сконцентрированы на одном квадратном метре. Время вышло, второй раунд крайне впечатляющий. Такури нужно напрячься, показать. О, какой перформанс-то он уже показывает. Такое ощущение, будто мяч как-то к нему сам магнитится или привязан на ниточке. Какие спины перевороты! Видно, что этот человек был чемпионом мира по футбол-фристайлу. Если мяч не упадет, второй раунд он забирает и будет решающий. Он еще и закручивается, и мяч все это время не касается пола. Второй раунд явно за Такурой. Ущи, хоть и показал себя большим мастером, тоже вынужден сейчас поднимать градус. И значительно. Так. Падает мяч на землю! Эта часть считаться не будет. Вот сейчас идет очень красивая эстетическая серия перекидонов-закидонов. Что-то готовит. Спин делает! Ой. Время, конечно, у него еще есть. Но единственная надежда на то, что Такура полностью провалит свое выступление. Надежда на это мала, конечно. Набивает очень долго что-то. Видимо, нервничает Такура. Пошло. Нет, отменяет. Ага, он пытается сделать захват дракона. Мимо. Один из самых сложных трюков. Такура решил поставить точку одним единственным исполнением. Если удастся, все остальное не будет иметь значения, но мимо. Он даже пытался, что ли, не будет в третий раз делать. А время вышло. Ущи побеждает. Ну, дорогие друзья, потом у них было отдельное соревнование на лучший трюк. И Такура смог таки сделать захват дракона. Вот он! Абсолютный зверь и чемпион! С другого ракурса, где чуть лучше виден сам трюк. Сальто вперед и захват мяча меж коленей. Да, зрелище впечатляющее. Но у меня есть еще более впечатляющее зрелище. Виола Бранд. Немецкая велосипедистка. 26 лет. 3 серебряных медали на мировых чемпионатах по художественному велосипедированию. 2 чемпионка Германии и чемпионка Европы. В прошлый раз, когда я вставлял ее в видео, я не мог говорить ни о чем, кроме температуры кипения вольфрама. Горячо ли это? Да. Она выступает в Стамбуле на выставке велосипедов и оборудования. Выглядит она, конечно, так, что становится понятно. Немцы научились делать ядерные бомбы. О! Сразу видно девушка из Германии. На экране происходит какая-то зигота. Некоторые зрители уже ищут в интернете, как превратиться в велосипед. В случае с Виолой Бранд, видимо, желательно в белый. Не, ну это уже какие-то ультимативные ракурсы пошли. У Виолы 440 000 подписчиков.